Гэтае традыцыйнае спаборніцтва праводзіцца з прыцэлам на перспектыву. Удзел прымаюць у асноўным выхаванцы абласнога цэнтра алімпійскага рэзерву. У гэтым годзе са знакамітых спартсменаў быў толькі майстар спорту міжнароднага класа Александр Фамінов. Дарэчы, ён таксама выхадзіць з абласнога цара. Праўда, выступаў Фамінов па-за конкурсу. За медалі змагалася моладзь. Ну, дзела ў том, што у нас рэзерв, і поэтому сейчас выступаюць в асноўным дзеці. То наша задача подготовить именно молодежь. Выполнение разряда в первую очередь и подготовка к Олимпийским дням молодежи, спартакиада Республики Беларусь. Потому что эти года будут уже выступать на республиканских соревнованиях. У программе езды для коней до 4 годов першинствовала Ангелина Фролова. У кюры по программе средний приз номер 1 перемогла Виктория Ярмак. Сребро у Ангелины Фроловой. У малым призе девчины поменялись местами. Першинствовала Фролова, а Ярмак стала другой. У обеих дисциплинах бронзу завоевала Ирина Павлова. Волнение о том, что попадешь в музыку, не попадешь. Выполнит ли лошадь все твои элементы, что ты ему предложишь в данный момент. Это как-то волнительнее, чем просто вот у тебя есть схема, ты садишься и понимаешь, что тебе там можно работать и именно вот определенный элемент в определенное время. У юнацких спаборництвах по выездце усе узнагароды вышэйшай пробы сабрала Анастасія Разванова. Яна выйграла папярэдні камандны прызы. Стала лепшай і ў кюры. Дарэчы, для яе гэта быў дэбют. Раней удзельнічаць у спаборніцтвах па гэтай катэгорыі выездкі Анастасіі не даводзілася. Падрыхтоўка заняла месяц. У кюр мы ехалі первый раз, но самае лёгкае, по-моему, предварительный приз. Мы музыку очень долго подбирали, в наушниках ездили, чтобы, ну, как бы музыку чувствовать на лошади. Атрыманы на Кубку Гомельскай вобласці вопыт ужо хутка спатрэбіцца гомельскім спартсменам. Алімпійскія дні моладзі па трохбор'і адбудуцца ўжо ў ліпені. У канкуры ўзнагароды падобнага турніра разыграюць у верасні. Максім Савін, Максім Славін, тэлерадыёкампанія Гомель.